Сегодня мы хотели вам представить сливной механизм Еберит Импульс 280. Механизм упакован в синий картонный коробок. Используется этот механизм обычно в стандартной комплектации топовых унитазов марок Дюравит, Велерой Бош, Лауфен и тому подобных. Сейчас мы посмотрим, как оно устроено. Так, вот такой вот корпус. Вот таким образом можно добраться до резинки. Вот. Здесь регулировка по высоте. Модель очень высокая, можно сделать ее очень высоко. Таким образом фиксатор фиксирует вот эту вот часть. Кнопка с эконом-режима. Также преимущество этой стойки — посадочный размер под старые бачки, возможно, вообще очень маленький, такой, меньше чем 3/8. И вариант под современные бачки, допустим, под 40. Тогда без кольца используется. Также можно перелив приподнять, чтобы воды больше набиралось. И также есть настройка еще малого и большого слива вот здесь вот. Здесь вот один переключатель. И еще вот специальный поплавочек, он повышается. Тем самым можно сделать пропорцию не пол бачка и целый бачок, а допустим при малом сливе вообще чуть-чуть там, при большом там еще больше, допустим, чем надо, чем выставлено. Также комплект стоит гайка, под бачок резинка, шайба, болты с нержавейки, ну и ключ, который может закрепить стойку к бачку. Инструкция. Если у вас возникли какие-либо еще вопросы, пишите нам на сайт allowmyhouse.com.